И бросочек идет. А кто-то сделал вообще за туловище туда. Свернул. Значит, вот мы посмотрим. Оно будет несколько раз. Плей. Ну так. Пока. Отсюда мы можем делать. Как назад, так я делал. Видите, подседает. Вот это мне надо, чтобы делали. Мне не надо с колен, мне нужно... Забрали спину, забрали руку, руку натягиваем. Видите, как сильно? То есть рука не расслаблена. Дальше. Эта рука на себя, эта рука сюда, в ту сторону. То есть получается вот такой момент. Головой работаем. И здесь просто без падения. Правая нога может и сюда помогать, либо просто помогаем ее на колени и помогаем своей шее, своей головой. Как легко, да? Еще раз. Ну, показать так вот. Ваш цветок. Назад. Да, блин. Так и сколько можно, блин. Эй. Давай сейчас язык выбери, смотри. Вот. Я-то думал, блин. А здесь, видите, блин. Пока нет, просто это вот это украинцы сделали. Здесь кнопок нажимает этот. О, пожалуйста. Если с тобой поднимать, то поднимать его очень трудно. Поэтому, когда мы набираем спину, не доперли перепасть спину, возьмем-то вашу голову не отсюда, либо у меня голову с этой содержанием. Левой рукой. Отсюда мы можем делать, как на как я делал. Головой лучше туда. Вот это я хочу, чтобы вы делали. Вот это. Забрали спину, забрали руку. Забрать спинку, ручку. Рука не расслаблена. Эта рука на себя, эта рука туда, в ту сторону. То есть получается вот такой момент. Головой работаем. Обычно сюда. Правая нога может. Да, помогать, либо просто помогаем, идем на колени и помогаем своей шее, своей головой. Так. Значит, вот он работает. Вы. Когда мы набираем, ваша задача. Отсюда, здесь сюда.
Левой рукой. Значит, ваша задача, пацаны, отсюда. Отсюда вы собрать спину, наклониться. Собрать спину. Наклониться. И прижать его сюда. И за руку. Ручку. Дальше. Можно стать сопереднее. Может, голову сюда и чуть-чуть протирать. И сделать бросок. По два человека. Все. Вы. Значит, вот, вот эта пара делает вот этот бросок. И эта пара. Все остальные делают классический бросок. По два броска и меняетесь. Все. Пошли. Вы можете подойти еще раз посмотреть. Просто камеру пишут. Чтобы посмотрели, пошли попробовали. Пошли. Вы вдвоем попробуете. Вы делаете классические отсюда. Два броска ты, два броска ты. А потом смотрим, кто нас лучше всех. Стоп, стоп, и еще запомните. Делая мельницу, не бросайте назад. Под дзюдо сразу дисквалификация. И не считается бросок. Сюда, берем сюда через плечо. Бросок. Сейчас падает, даже я голову не а ты посмотри, ты посмотри, как тебе удобно. Да, да. Я могу ногу подискать. Да. Хорошая оценка. Но пока по ногам не посмотрел. По два броска обязательно должны было. Смотрите. Сидеть, только не остались. Эй! Сидеть. Вот руки.
Матея,
Нет, сейчас он не так упал, говорит, хорошо. Путечкой. Так.